Около 2 лет жители поселка Ибреси бьют тревогу. Качество питьевой воды резко упало. Этой весной из-за постоянных дождей ситуация обострилась. Наша творческая группа тоже выезжала на место. Вопрос обсуждался на уровне правительства республики. И вот первые результаты. Из нашего видеоархива. Месяц назад местные жители возмущенно рассказывают корреспонденту о неудовлетворительном качестве питьевой воды. В любое кафе зайди, больница у нас существует, садики существуют, школа. Есть у нас такое заведение ПНИ, где закрытого типа, где очень много находится инвалидов. Они все пользуются вот этой неочищенной водой. Вода с поверхностного источника река Киря. Она вообще не очищается. Цвет вы видели. Поэтому мы-то еще можем в колодец пойти, приготовить воду. А есть дома, пятиэтажки даже, у которых вообще нет колодца. И они вынуждены эту воду пить. Белье у всех уже непонятно какого цвета. Бытовая техника тоже засоряется вследствие вот этих осадков. Очистные сооружения группового водовода Ибреси, Буинск, Шертаны, также реки Киря эксплуатируются с 2008 года. Обслуживает их местный водоканал. Причину искали долго, и вот вердикт. Вследствие обильных осадков выявилась проблема неправильной эксплуатации водозабора. Соответственно, водолазами была проведена очистка водозабора. И также было принято решение передачи гидроузла в казенное учреждение, специализированную организацию гидроресурса Министерства природы Чувашской Республики. Кроме того, выяснилось, что в процессе эксплуатации замены дозаторов реагентов технологического процесса ранее не проводилось. Руководство Ибресинского водоканала ссылалось на нехватку средств. На сегодняшний день заменено уже 8 дозаторов из 16. В дальнейшем планируется их также плановая замена. Также проведена очистка, промывка и дезинфекция резервуаров и трубопроводов. Также дополнительно приводят в соответствие резервные источники водоснабжения. В дальнейшем работа по производственному контролю качества питьевого водоснабжения будет продолжена. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Сергей Адушкин, Игорь Зверев, Республика.